Здравствуйте, дорогие друзья. Кто помнит первый вариант мотоблока? Был вот такой бампер, сейчас оно выглядит вот так. И вроде как бы сюда что-то просится. Тем более вот уже куда-то уехал. Так. Вот этот кенгурятник был когда-то такой. Выглядело вот так, грубо говоря. Сейчас он уже, конечно, сюда не подходит. Что-то валяется, жалко. Вот насчет боковинок этих я не знаю, они другие, может быть, может их вообще не будет. А вот эту часть все-таки есть желание прикрутить. Тем более место для крепления есть, и оно примерно будет выглядеть вот так. Только на хромом красить не будем, хромом, потому что краска что-то уж вообще самая плохая. Даже по грунту, видите, все ржавеет. Ну, вот это будет выглядеть как-то примерно вот так вот. Ну, это, конечно, может и будет, а может нет. А тут защиту для фар-поворотника сделаем уже маленько другую. В общем, вот такая заготовка на будущее. Примерно будет выглядеть так, кроме вот этих ушей. Они будут в другой конфигурации. В общем, как-то так. Продолжение следует.